Привет, друзья! Мы с вами сегодня на одном из самых посещаемых пляжей. Можно сказать, на самом посещаемом. Но вдруг где-то есть посещаемость больше, утверждать не будем. Я еле припарковался, честное слово. Вот приехать сюда на выходном в час пик, в обед, как я приехал, это унреал какой-то. Машин триндец. Просто торба, друзья мои. Если вы въехали куда-то погуще, вот как я, например, все, можно до вечера не ждать выезда. Поэтому надо идти купаться. На пляже в этом году, в этом сезоне я тоже впервые. Поэтому будем смотреть все изменения вместе с вами. Идем. Так-то все как обычно. Пешеходы идут, машины едут, все толпятся. Я не знаю, лучше сюда идти пешком, конечно. Или на такси. Пусть таксист себе колупает мозг, как сюда можно заехать. Так, вход, вход. Все тут простелено. И я смотрю, песочек вот такой, с палочками. Видать, обновлен. Тоже подвезли. Не так много, как в том году. В том году тут, конечно, конкретно засыпали. А может, я просто всего не вижу. Не, песка реально много. Но не в песке счастье. Тут, конечно, разнообразие более разнообразное. То есть в плане кухни и в плане людей. А людей триндец. Триндец. Я не знаю, мне все в объектив не влазят. Он даже начинает по чуть-чуть хрустеть от количества людей, которыми пестрит пляж. Это как на каком-то дешевом курорте Азовского моря, вы знаете. Вроде бы вот и песочек, и тела, тела, кругом тела. В воде невозможно зайти, наверное, так, чтобы не зацепиться ни за кого. Кишит, кишит. Но несмотря на кажущееся огромнейшее количество людей, место найти под тряпочку все-таки можно. Это проще, чем на парковке с машинами. Переступили, положили и все. Как я оттуда буду машину выковыривать, я еще не знаю. Так, надо раздеваться. Да, друзья, если вы интроверт, ну, человек, который не любит людей, здесь вы испытаете ужас и кошмар. Потому как людей реально очень много. Просто трындец. Я не знаю, просто объектив имеет какой-то определенный угол, а глаза видят больше. Глазами вы охватываете всю вот эту человеческую массу. Понимаете, что вокруг вас их кишит просто. Как в этом. Ну, хотелось бы сравнить. Клони, клони, мальчик. Вода теплющая. Прямо аж, ну, вот как парное молоко. Представляете, такое парное молоко, насколько оно горячее. Ты была уже в воде? Не была? Ходила. В душе, наверное, попрохладнее. В воде остыть невозможно. Вот сверху жара, и в воде жара. И в песке жара. Я не знаю, где-то только в теньке укрываться. Ой, смотрите, вот тут есть, кстати, такой лягушачий пляжик, так сказать. Он еще меньше, чем на городском пляже, но это под особо маленьких детей, огорожен плавающим средством. В общем, можете не переживать за малыша, если он за пределы этого пляжика выходить не будет. Вот так вот. Людей реально разнообразие большое. На всяк вкус и цвет, хочется сказать. Так же, как и плавающих средств, которые люди приносят с собой. От круга до матраса с надувными бутылками тоже можно увидеть народ. Ну и правильно. В такую жару надо сидеть в воде и всячески развлекаться.
пляжа очень хорошо просматривается пляж городской. Видно, что там, ну, людно, людно, очень людно. Водичка, хоть и мутновато на первый взгляд, но, собственно, какую-то прозрачность имеет. Главное, не имеет запаха, не имеет совершенно никакого запаха, хоть в ней и плавает немножечко вот этой вот какой-то гадости. Ну, остатки водорослей. Кушерей прям таких не плавает. На ощупь донышко замечательно. Ну, песок какой он еще может быть. Ни щебень, ни камни, ни глинозем. А как и весь пляж, так и дно посыпано песочком. Ой, как хорошо в воде. А вне воды я вышел, дошел до своего места базирования и уже высох. Высох, друзья. Очень жарко. Очень жарко. Вот так вот пока между людьми пройдешь, приходится идти зигзагами. Все так рандомно улеглись. Никакой разлинейности. Я вначале сказал, что это один из самых посещаемых пляжей. Нет, я более посещаемого пляжа пока еще не видел в наших краях. Поэтому это реально пляж номер один по посещаемости. Очень-очень много людей. Даже если выйти на окраину пляжа и повернуться дальше, то это будет не конец. Пляж продолжается в тени много людей, так как дубы, не дубы. Что это такое? Что это за лиственные деревья? Не, ну это дубы, это вообще непонятно что. Людей тьма везде. Что за выражение, кстати, такое? Тьма людей, выражающая большое количество. Ну, реально, видите, сотни метров проходишь, а человеческие человеки не заканчиваются. Их везде кишит, как муравьев. Тут какая-то тропа здоровья. Такой прошел и оздоровился. На этом краю есть беседочки. Появилось такое строение. Тут жить можно, реально. Я бы хотел бы такое жилье с видом на водную. Там прямо из окошка вываливаться туда. Очень много людей с мангалами, причем пользуются как стационарными мангалами, так и привозят свои, устанавливая их подальше от отдыхающих. И это правильно. Шашлычок в тенечке, рядом с водоемом, это то, чего как раз хотелось бы именно сейчас. Пляж снабжен профессиональной промышленной такой переодевалкой на несколько гнезд одновременно. Четвером можно заходить и переодеваться независимо друг от друга. Вот эти вот душики тоже очень радуют. Татьяна отсюда не вылазит, потому как ей в воде жарко, а в душе вообще самое оно. Как водичка? Холодненько. В таком количестве отдыхающих и купающихся
может произойти, конечно, что угодно. Но на этот случай есть спасатель-реактивник, который со своим кораблем моторным непрерывно блюдит. Блюдит, смотрит, чтобы никто не заплыл за буёк, никто не начал погружаться под воду. Сразу приплывет, извлечет, привезет в спасательный пункт. Кстати, спасательный пункт не только для утонувших, а даже для тех, кому стало жарко, плохо, можно быть доставленным прямо на кушеточку. Здравствуйте. Я к вам так позаглядываю немножечко, если можно. Ругают? Так люди хотели бы знать просто, где можно спастись. Все у нас хорошо, пожалуйста. Я уверен, что у вас все хорошо. Спасибо вам, спасибо спасателям за то, что блюдят за вот этим вот количеством людей. Так как у спасателей все хорошо, на душе у каждого отдыхающего тоже все хорошо. Поэтому спокойно отдыхаем, бинт с зеленкой найдется всегда. Второй край пляжа представляет собой более такую спортивную часть этого пляжа. Тут даже люди пиво пьют спортивное, фитнес-пиво. Есть куда запулить свое чудо-чадо. Можно позагорать прямо на качельках, обветриваясь и обгорая одновременно. Или покрутиться на карусельке. Выбор есть всегда. Если вы не представляете своей жизни без спорта, спортплощадка – все для вас. Кстати, обратите внимание, огорожено, чтобы мячик не вылетал, хотя вылетел вот сейчас. Редкий случай. Редкий случай. В общем, и волейболистам, и футболистам, и прочим спортивно настроенным людям здесь найдется место всегда. Даже есть такие спортивные снаряды, где можно подкачать свой бицачок. Для особо маленьких участников этого пляжного движения, но также для уставших спортсменов, есть вот такая вот надувная штука, где можно прилечь, отдохнуть. Кстати, вот раздевалка, сосочек для питья воды. И опять-таки обилие мангалов, где можно жарить, парить, варить, отдыхать, греться, если вдруг солнце село, а вы недостаточно прогрелись. И людей на этой стороне не меньше, если даже не больше. Кишит! Тут же на этой стороне есть и беседочки, уже знакомые многим отдыхавшим. Номер телефона, как снять беседку, я не знаю, поэтому даже и не спрашивайте в комментариях. Но снять можно. И что хорошо, везде песочек. Песочек. А есть место с травкой, вот там вот за дорожкой, где можно расположиться для любителей травы. Ну, отдыха на травке, я имею в виду. Как минимум две торговые точки отвечают за ваше питание. Можно подойти и купить любую замолоть, будь то мороженое, жвачка или какое-то пропитание. Цены, видите, озвучивать не буду, цены, а нормально. Все свежее, все отлично. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вот это вот самая правильная штука. Курение запрещено, с курильщиками надо бороться. Курите туда, за пределы пляжа. Для любителей кофейку можно заказать себе чашечку. Или просто банально попить пивка, что будет более привычно, скажем так. Ассортимент довольно-таки обширный. Хоть разлив, хоть бутылочное. Цены вы видите. В отличие от этой торговой палатки, где можно приобрести и унести, есть место, где можно взять, присесть и поесть, в конце концов. Причем не только поесть, а и попить. Мохито 25 гривен, мохито бум 40 гривен. Ну, в общем, что я вам озвучиваю.
Алина, Константин Николаевич, говорит, что там отошли. Столиков достаточно, я думаю. Ну, для не часа пик. А кому недостаточно, вот вам песочек, травка, пожалуйста. Все туда. Голодными вас тут, в общем, не оставят. Ну и заканчивается вся эта пищевая цепочка. Где-то там. Ватер-клозет. С разделением на женский и мужской сектор. И я не буду снимать внутри, как там снимать в туалете. Я думаю, все понимают, что зашел, нужду справил, смыл и вышел. И это хорошо. Короче, понятно, да? Ни голодными, ни холодными вы тут не останетесь. Если здесь поселиться, здесь можно жить. И даже не тужить. Пойду окунусь жарко, трынкец. Блин, я вот это босиком пошел, по песку горячо идти, а по вот этой вот хрени еще горячее. Поэтому перемещаться босиком на свой страх и риск. О, никто меня не подпер, и это хорошо. Но все равно выезжать, я не знаю, как я буду выезжать. А чтобы никому не мешать, то вот впереди человек не испытывал дискомфорта. Я оставил номер телефона, ну все как обычно, я вам так рекомендую делать. Прошло пару часов, машин меньше не становится. Вот не становится их меньше. Ладно. Валера, настало твое время. Вода грязная. 3, 2, 1. Вода грязная. Пляж нормальный. Можно погулять. Ну вообще тут. Вообще. Водоросли цепляют вообще. Все. Да, ну вообще. Thank you.
такое впечатление, что народ отсюда не уходит. И даже ночью здесь можно застать это же количество людей. Не уменьшается. А наоборот, приходят, находят места, стелятся. В воде хорошо, из воды не хочется выходить. Там все, и стар, и млад. Все вот это в водоеме там сидят. И, блин, 98% из этих сидельцев в водоеме ходят в этот же водоем. Эта мысль меня, конечно, угнетает. Ходят. Понятно, как ходят. Идут туда и ходят. Короче, друзья, тут хоть и многолюдно, но офигенно. Офигенно. Я сюда, может быть, еще приду даже в этом году разочек другой. И каждый отдыхающий здесь испытывает ту же блажь. Отличное ведь это чувство прийти на водоемчик, позагорать, покупаться и отдохнуть. Было бы время, желание, а больше ничего и не нужно. Ну а теперь мы попробуем как-то отсюда выехать, выбраться. Машина заставлена другими машинами в два ряда, поэтому это будет интересно. Сейчас будем искать хозяева в машин. Да, как и предполагалось, для того, чтобы выехать, надо, чтобы уехал человек, и уехал еще человек, и мы как-то все так вырулили и выбрались. Это трындец. Но люди молодцы, оставили номера своих телефонов на стекле, все как положено, супер, респект, сейчас будем звонить, вызванивать, как-то выезжать. Ой, друзья, еле выехали, это такие пятнашки с тетрисом, одновременно квест многоуровневый, вот эта заднепроходная задача, трындец. И вы едете, а вам в лоб прут, еще есть такие... оригинальные водители, у которых свое видение ситуации. В общем, едете на машине, будьте готовы к сложностям. Вот лучше на велосипеде приехал, его или перенес, или проехал в любую щелочку, не проблема. Короче, пляж замечательный, к посещению рекомендован. Приезжайте, купайтесь, плескайтесь. А мы поехали домой. Всем пока. Не забудьте подписаться, оставить комментарий, лайк там поставить. Можно донатик какой-нибудь перевести, посылочку и так далее. Пока.